В День Святого Патрика подопечные Джо Смита обыграли алых роз в Лондоне и обеспечили себе третий большой шлем в истории. Дружина Эдди Джонса лишь эпизодически похожа на себя прошлогодних и по делу потерпела первое с 2015 года поражение над Туикенами. Драконы минимально одолели Леблю, став вице-чемпионами Кубка Шести Наций. 14-13 – минимальная победа Уэльса, отбросившая Англию на пятое место. Италия провела лучшие 60 минут в турнире, но матч длится 80. Характер Скотта взял свое на фоне отличной игры итальянцев – 27-29 в пользу Шотландии. В итоговой классификации последняя берет символическую бронзу, отодвинув Францию на четвертое место. Замыкает шестерку сборная Италии.